Первый международный детский фестиваль «Средиземное море 2015». Ашдод – столица талантов. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему именно вас пригласили журить этот конкурс? Ну, во-первых, мы спонсируем этот конкурс. Вот. Во-вторых, моя деятельность вообще любительская деятельность. Я артист, вот, меценат. Люблю очень эти вещи спонсировать. Люблю очень детей. И как бы в этом все связано. Как бы. Как вы думаете, сложно будет судить маленьких исполнителей? Вот не жалко малышам ставить оценки ниже, выше? Очень, очень трудно. Очень трудно, но, тем не менее, справедливость должна восторжествовать. Победить сильнейшего? Да, конечно. Давайте тогда дадим совет сильнейшему. Вот как стать сильнейшим? Как одержать победу в таком конкурсе? Я думаю, что любой музыкант, он должен, прежде всего, много очень работать для того, чтобы победить. Вот. Над своим вокалом, над своими музыкальными данными. Только работа. Работа и победа не за горами. Да, конечно.